Эти добрые люди ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной. Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита». Июля 1497 года по приказу португальского короля из Лиссабона вышло эскадра в составе 4 кораблей. 168 мореплавателей под командой Васко де Гама отправились на поиски морского пути в Индию. Через 2 года они вернулись с победой, правда, далеко не все. Выжило 58 человек. Васко де Гама получил титул короля Индийского океана и пенсию в 1000 крузейда. Была захвачена Малакка, центр торговли пряностями, и с этого периода началось освоение европейцами Юго-Восточной Азии. С крестом и мушкетом. Колонизация Юго-Восточной Азии. У меня сегодня в гостях историки Владимир Тюрин и Дмитрий Масяков. Здравствуйте, господа. Дмитрий Масяков, выпускник Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете, доктор исторических наук. Заведующий отделением стран Юго-Восточной Азии Института Востоковедения Российской Академии Наук. Автор книг и публикаций, в том числе «История Юго-Восточной Азии» и «Социально-политическое развитие Камбоджи. Деревня и власть». Владимир Тюрин, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук. Автор книг и публикаций, в том числе «История Малайзии», «История Индонезии» и «Ачехская война» из истории освободительного движения в Индонезии. Чего вдруг втемяшилась такая мысль отправить Васко де Гама за 3-9 земель нежданно-негаданно? Вы знаете, я, конечно, понимаю, что лучше начинать всегда с Васко де Гама, но этому вообще-то предшествовало... Некоторые вещи этому предшествовали. Дело вот в чем. В 1415 году, который запомнился Европе разными событиями, Константинопольский собор сверг лжепапу Иоанна 23-го, гуса Яна приговорили к сожжению, и в августе, 21 августа этого года, сыновья португальского короля Жуана I переправились через Гибралтарский пролив и захватили у мавров, ну, у мусульман, город Сеуту. И участвовал в этом походе один из сыновей Жуана по имени Дон Энрике, который вошел в историю как Генрих Мореплаватель. Он после этого похода вернулся к себе в Португалию, кстати, недавно освободившуюся, закончившую реконкисту, и на Атлантическом побережье построил себе замок Вилла ду Инфанте. На крайнем юге, да. На крайнем юге, почти. Провинция Алентежу. И стал собирать туда знатоков морского дела, карты, книги, изучать возможности плавания по Атлантическому океану. Вообще парадокс, что он вошел в историю как Генрих Мореплаватель. Хотя не плавал. Хотя проплыл он только Гибралтарский пролив.
и обратно вернулся. Дело вот в чем. Средиземное море, путь естественный на восток, в 15 веке попало под контроль Османской империи. Да. Мусульман. Католики, португальцы и испанцы, закончившие реконкисту, вели с ними ожесточенную борьбу. И тогда стали искать обходный путь. Ну, тут еще связано с тем, что после взятия Константинополя все-таки резко выросли цены. Потому что на те товары, которые шли через Левант, до того, как эти территории попали под османский контроль, цены были существенно ниже. То есть вот это вот всякие пряности, перец, гвоздика и многое другое, то, что так было необходимо Европе, оно резко выросло в цене. Понимаете, тут еще, кроме, так сказать, собственно, интересов Генриха мореплавателя, который, в общем-то, собирал рыбаков, он формировал вот этот слой людей, которые в будущем, так сказать, двинутся вперед. И главное, он регулярно, они давали ему отчеты, они плыли вдоль африканского побережья все дальше и дальше и дальше на юг, разрушая один миф за другим, потому что там же были очень серьезные мифы о том, что в Венейском заливе там корабли не плывут, там постоянный штиль. Были мифы, что дальше вообще море чуть ли не кипит и плавать невозможно. Там появлялся епископ из воды с митрой на голове. Да, то есть страхов пугал было... людей. Да, страхов было огромное количество. Mm-hmm. И это с одной стороны, вот Генрих мореплаватель. А с другой стороны, понимаете, в силу того, что все эти товары реально росли в цене, то, соответственно, стоимость и успех обхода вот тех торговых путей старых, да, которые уже контролировались, как Владимир Александрович сказал, османами, он становился все более и более привлекательным уже чисто с экономической точки зрения. То есть появлялась такая как бы возможность вложить деньги, организовать некую экспедицию и в случае успеха этой экспедиции получить такие доходы, которые бы с лихвой экономически, то есть это было не чисто вот научное знание, хотя у Генриха мореплавателя, конечно, он и остался в истории в значительной степени как человек, увлеченный именно вот, так сказать, научном плане, да, так сказать, расширение границ узнаваемого и мира. А здесь уже появилась возможность чисто экономически. Люди, которые реально держали, обладали определенными финансовыми ресурсами, готовые рисковать, да, перед ними вот эта вот идея найти путь в Индию, потому что европейцы тогда полагали, что перец, гвоздика, все это в первую очередь в Индии находится, потому что там же она шла через массу посредников, все эти товары. И последние посредники были как раз арабские купцы, которые покупали это на либо Карамандельском, либо на Балабарском берегу и перевозили уже в Левант, а там дальше уже шло в Европу. И поэтому идея добраться до Индии и, так сказать, обойти это все дело, она была интересна не только с точки зрения вот чисто научной, да, но и в первую очередь это было стало превращаться в очень выгодное, в случае успеха, естественно, экономическое предприятие. То есть под это уже можно было давать деньги. Понадобился целый век, где доходы были маленькие, пока огибали Африку, привозили немного золота, первых рабов, которых производительно в Португалии использовать было нельзя. Но еще была одна деталь. Испанское и португальское дворянство, идальго и фидалго, после реконкисты остались не у дел. И они рвались к заморским походам. И поэтому недостатка в людях, владеющих прекрасно оружием, дворян, в общем, не было. И, ну, понадобилось, в общем, понадобилось почти сотни лет. Генрих не дожил. Он умер в 1460 году, но он увидел спуск первой каравеллы, да, нового еще один... совершенно судна, маленького,
неудобного, некомфортабельного, но прекрасно держащегося на океанских водах. Вот это он увидел. А пугали, конечно, пугали. Скажем, в 1497 году Бартоломео Диас доплыл до мыса Доброй Надежды. Но команда взбунтовалась. И дальше не пошла. Ему пришлось повернуть. Есть некоторые сведения, даже он обошел мыс Доброй Надежды. До Мозамбика вообще доплыл. А в Индию... Не пошел назад. Не пошел вперед. Диаш де Новаеш Бартоломео, португальский мореплаватель. В 1487 году Диаш возглавил экспедицию, имевшую цель найти морской путь в Индию. Он исследовал юго-западные побережья Африки от 22 градуса до 33 градуса южной широты. Диаш первым из европейцев обогнул Африку с юга. Пройдя вдоль южного берега Африки до бухты Алгоа, он был вынужден по требованию команды повернуть обратно в Португалию. На обратном пути открыл мыс Доброй Надежды. В 1500 году Диаш принял участие в экспедиции Педро Кабрала и погиб в пути недалеко от мыса Доброй Надежды. И только уже когда знатный вельможа Васко да Гама, друг короля Мануэла и прочее, прочее, возглавил эту экспедицию, вот она двинулась в 1497-м. Начала и в 1498-м достигла берегов Индии. То есть западного побережья Индии, конечно. Причем, вы знаете, вот это событие, чрезвычайно значительное для мировой истории, по меньшей мере не менее значительное, чем открытие Америки для истории Европы, внешне выглядело чрезвычайно банально. Потому что вот эти маленькие каравеллы, о которых говорил Владимир Александрович, на фоне вот этих огромных кораблей арабских купцов, которые брали сотни человек на борт и которые в основном двигались, естественно, вдоль берегов, каравеллы Васко де Гамы выглядели просто как такие маленькие филюги на фоне вот этих вот кораблей. И внешнее значение вот того, что сделали португальцы, и значение самих каравелл, оно скрадывалось, конечно, самим этим фактом. И вначале даже в Каликуте там, в общем-то, и не поняли, собственно, чего они хотят и что, собственно, произошло. Вот. И только в дальнейшем, когда из Каликута они двинулись дальше, и когда стало ясно, что вот эти корабли, вот эти небольшие каравеллы, которые несравнимы были ни по вместимости, ни по, так сказать, объему товаров, которые они могли взять с кораблями арабских купцов, начали вытеснять всю арабскую торговлю, и когда выяснилось, что с их помощью открываются дороги и в Индию, и в Юго-Восточную Азию, и в Китай, и в Японию, причем за кратчайшее время, вот только тогда значение вот этого факта, вот этих маленьких кораблей, да, вот этого банальной этой ситуации, которую вначале никто не понял, стало реально проясняться. Произошла военная революция в Европе. Появились не просто пушки, а ручное огнестрельное оружие, которое просто перевернуло очень многое. Вот этого ручного огнестрельного оружия, пистолет и уменьшенная не пищаль, а аркебуза, оно сразу изменило ситуацию в пользу европейцев. Немедленно. И поэтому и еще одно обстоятельство. Португальцы шли на восток психологически. Для них это было продолжение реконкисты. Ну, а потом, я думаю, усматривался и момент конкуренции. 1492-й. Безусловно. Испанцы высадились в Америке. И тоже хочется чего-то такого, конечно, отодрать. Хотя разделили. Папа Александр VI разделил. И испанцы в Азии остались только на Филиппинах, потому что они приплыли на Филиппины со стороны Америки.
и одно время держались на Малукских островах, конкурируя с португальцами. Но в конце концов ушли. Да, еще не надо забывать одну вещь, что с 1580 по 1640 год Португалия была в составе Испании. И, скажем, голландцы и англичане, когда грабили испанцев, они стали с такой же легкостью, не нарушая никаких правил, бороться с португальцами. Возвращаясь португальцам в Индии, надо сказать, что когда они пришли в Индию, да, они там выяснили, что, опять-таки, то, ради чего они открыли этот путь, да, выращивается не в Индии, и что в Индию это привозится из Юго-Восточной Азии. И вслед за этим они двинулись из Индии, обогнули Индию, вышли в Сиамский залив, вышли в Андаманское море, вот, перешли, так сказать, и высадились через какое-то время уже на территории, собственно, Юго-Восточной Азии. То есть они пересекли, так сказать, Индийский океан и высадились, в первую очередь, их центром стала Малакка. Сначала, если так сказать, на западном побережье современного Малаккского полуострова. Ну, вообще, центром у них был город Гоа в Индии. Центром, и там сидел вице-король. Хотя первое время у них была драка из-за пост вице-короля и прочее, прочее. А вот в 1509 году там появился энергичный человек, немолодой уже тому времени, из знати португальской. Ему было тогда 53 года, Афонсо де Альбукерке. Вот он пришел с флотом в Индию, так сказать, сместил старого вице-короля, и он, в общем, был создателем португальской колониальной империи. Он понял такую вещь. Маленькая Португалия с небольшим людским резервом не в состоянии контролировать всерьез большие территории на востоке. Афонсо де Альбукерке, прозванный Великим Альбукерком, португальский мореплаватель и вице-король португальских владений в Индии. Путем создания по берегам Индийского океана укрепленных пунктов с постоянным португальским гарнизоном Гоа в Индии и Малакки на Малаккском полуострове, Альбукерке сумел перехватить у арабов контроль над основными путями евразиатской морской торговли. Идея де Альбукерке, которую он провел в жизнь, была следующая. Нужно захватить опорные пункты на морском пути и периодически посылать экспедиции. Ну, португальцы, в принципе, когда они пришли туда, вы знаете, цель, так сказать, как бы главная цель их усилий очень быстро изменилась. То есть они добрались в 1511 году до Пряности, они взяли Малакку. Вот, продвинулись дальше в Макао, двинулись на острова Пряности, это современные Малукские острова. Вот. Но дальше, когда они начали осматриваться вот в этом новом регионе, одной из их главных целей даже стала не столько даже вот, там, доставка пряностей в Европу и так далее, сколько контроль за мореплаванием, за торговлей на азиатских океанах. Вот это стала некая вторая большая задача, которую поставили перед собой португальцы, чтобы товары, которые шли, например, и, например, шелк-сырец, да, который шел из Юго-Восточной Азии в Японию, да, вот эта торговля, которая до этого была в руках китайских купцов, японских купцов, арабских купцов, индийских купцов, вся эта торговля в той или иной степени должна была перейти под португальский контроль. И это вот как бы... Под налогообложение. Под налогообложение. Причем даже, я бы сказал, так сказать, они там, где не могли сами это все перевозить, они старались тех купцов, которые, так сказать, готовы были это перевозить, облагать определенным налогом, которые должны были им платить определенную сумму за то, что их суда не подвергались атакам
португальцев. Причем часто бывало так, что они платили этот налог португальцам, а потом жаловались, что все равно они грабят их корабли. Там такая была система. Коменданты крепостей португальские давали пропуски местным кораблям, дабы их не тревожили португальцы. Но поскольку местные жители португальского языка не знали, то очень часто в этот пропуск вписывалась фраза «Внимательно досмотрите груз этого корабля, это стоит», со всеми вытекающими последствиями. Но это грабеж был, грабеж, конечно. Как сказал один из вице-королей Индии, португальцы пришли на восток с мечом в одной руке и с распятием в другой. Увидев невероятное богатство, они отложили в сторону распятие и взялись за меч двумя руками. Вот. И еще одно. Д'Альбукерке захватил Малакку. И Малакка, как правильно сказал Дмитрий Валентинович, наряду с Гоа стала центром. Тут надо немножко рассказать зрителям, что такое Малакка, и как, вот что это кто было там такое. Правил, и как скажу, он ее захватил. Значит, султанат. Малакка была султанатом, основанным примерно в 1400 году потомком таким старинных махараджей Суматры, которого судьба забросила на этот пустынный берег, от него даже имени не осталось. Он остался в истории как Парамесвара. Парамесвара на санскрите это принц-консорт, то есть муж принцессы. Не более того. Но Малакка в это время большие государства Индонезии приходят в упадок, что на Суматре, что на Яве. И Малакка выдвинулась из жалкой рыбацкой деревушки благодаря двум вещам. Во-первых, по какой-то причуде, так сказать, с моей точки зрения, по причуде, один из китайских императоров наладил морские походы вплоть до Восточной Африки. Причем без всяких материальных выгод продемонстрировать величие Китайской империи. И по дороге при нем эта эскадра или эскадры принимали знаки вассальной зависимости от местных мелких государей. Вес адмиралом Джан Хэ. А кое-какие даже и ездили с этой эскадрой в Китай. И вот Парамесвара съездил в Китай и вернулся с регалиями, с желтым зонтиком, его одарили. И второе, при нем и при его преемниках они поняли вот простую вещь, что господство в морях захватили мусульманские купцы. Ислам пошел в этот район Нусантары, в нынешнюю Малайзию и Индонезию. И уже третий правитель, раджа Малакки, принял титул султана. И Малакка стала опорой мусульманского купечества в этом районе. И стала процветать. Сразу, немедленно стала процветать. Захваты территориальные у нее были небольшие. Но она стала, в первую очередь, экономически. Но морские связи огромные. Thank you.
Чехословакии оказался вот тот рынок, где рынок, происходило, где, рынок. Например, яванские купцы вот привозили, опять-таки, вот эти путь пряности, это тоже очень интересная вещь. То есть товары с, ну, как Владимир Александрович сказал, с Нусантары, да, с индонезийского архипелага. И с Индии. И с Индии. Нет, с Индии, с одной стороны, они вот как раз, почему португальцы выбрали именно Малакку, так сказать, там же были целый ряд других, так сказать, центров на территории современной Малаккского полуострова, но выбрали именно Малакку как наиболее богатый, как уже устоявшийся центр вот этой вот перевалочной торговли, где товары, которые приходили из Юго-Восточной Азии, перепродавались, и, соответственно, товары, которые шли из Индии, тоже перепродавались. Эти товары шли уже туда, в Индию, и дальше в арабские страны и в Европу, а здесь индийские товары, соответственно, шли на острова, туда, на индонезийский архипелаг. И поэтому, естественно, как любые вот такие центры торговли, Малакка была огромным рынком. С этой точки зрения выбор португальцев и захватить именно Малакку преследовал именно такую цель, чтобы утвердиться в этом уже устоявшемся центре перевалочной торговли. Потому что не создавать новые, хотя Малакка была прекрасно укреплена, и более того, после взятия Малакки они долгое время имели кучу проблем, потому что последний султан Малакки бежал, собрал армию, и, так сказать, в общем, ну, они пошли на это, потому что Малакка стала им немедленно приносить очень значительные доходы. И второй момент, который я хотел бы отметить, очень важный. Вот Владимир Александрович сказал, что, конечно, что они отложили распятие, но это в значительной степени, конечно, такой красивая фраза вице-короля Индии. На самом деле распространение католичества и на самом деле вот это вот миссионерское служение, оно, конечно, являлось очень важным элементом деятельности португальцев. Вот это никоим образом нельзя, так сказать, убирать. Во-первых, потому что это средние века, где вообще религия является важнейшим элементом самоидентификации, собственно, человека определенного культурного мира. А с другой стороны, вот было огромное количество людей все-таки, которые шли пассионарных. Вот это надо реально понимать. Причем не только даже португальцев, ведь впоследствии, так сказать, через посредством португальцев масса французов, испанцев, да, которые начали двигаться в этом же направлении. И успехи здесь христианизации, они были огромны. И количество людей, миссионеров, которые реально шли на огромные угрозы, реально шли на угрозы своей собственной жизни ради служения определенной идеи, то есть открытия дороги к спасению для местных туземных, так сказать, они искренне в это верили, и они проделали огромную работу. Тысячи их погибли, но в результате действительно значительное количество в Юго-Восточной Азии, значительное количество народов, они прошли процесс христианизации. Очень интересная вещь, на которую хотелось бы здесь обратить внимание, когда мы говорим о христианизации, потому что вот эти процессы португальского движения, европейского движения в этот регион, они, в общем-то, совпадают и с процессом христианизации, и попыток христианизации. Что интересно, те государства, например, вот я имею в виду, в первую очередь, Юго-Восточная Азия, где был буддизм Тхеравады, да, наиболее простой первоначальный буддизм, практически ни одно из них, несмотря на все усилия широкой христианизации, этому так и не подверглось. Более того, например, в Камбодже, там предыдущий период, там где-то 40 лет был король-мусульманин, который, так называемый король Ибрагим, который пытался Камбоджу превратить в мусульманскую страну. Он правил, он умер, и все вернулось на круги своя. И в то же время государство, где был буддизм Махаяна, я имею в виду в первую очередь, то есть широкой колесницы, имею в первую очередь Вьетнам, Китай, Японию, да, Корею, там проповедь христианства оказалась чрезвычайно успешной. Ну, здесь надо сказать одну вещь в контексте продвижения португальцев. Они ведь были первые, кто добрался до Японии. Позже туда добрались уже голландцы,
И потом туда занесло Эдамса. Да. Героя-одиночку. Вот, но, извините, я что я хочу сказать. Говоря о христианизации, ведь, в сущности, вьетнамцы, японцы, ряд других народов не то чтобы приняли христианство. Это как сейчас во Вьетнаме. Они верят во всех своих богов, в Христа, в Хошимина, в Льва Толстого и Юрия Гагарина. То есть, все нормально, в пантеон вписывается. Одно другому не мешает, абсолютно. И то же самое, если брать Японию с их синтоизмом, ну да, ну повесил крест на шею, еще один бог, хуже не будет. Португальцы были жестоки. И вот это начальный, особенно период, сопровождался невероятными жестокостями. Они вырезали корабли, они вырезали прибрежные селения, особенно мусульманские. Но они не были тем, кого мы называем расистами. Для них цвет кожи, строго говоря, значительной роли не играл. Ну, как в Бразилии сейчас. Как правильно сказал Дмитрий Валентинович, водораздел шел по другой линии. Христианин, не христианин. Местный житель, принявший христианство, пусть он стоял там на второй, на третьей ступени, но он был свой. И, кстати, это очень хорошо в сегодняшний день иллюстрируется Восточным Тимором, который себя Индонезией считать не хотел и не хочет, и не будет считать. А с Малаккой вот что. А почему? Потому что они католики. Нет, там было такое, в Восточном Тиморе вообще очень интересная история, это вот о роли религии как некой форме самоидентификации. Когда уходили португальцы в 1975 году, если мы говорим о нем, то примерно только 29%, несмотря на то, что португальцы там были 400 лет, 29% было католиков и около 30% людей, которые говорили по-португальски. Там были различные племена, самое крупное такое племя лаваев. Прибыли индонезийцы, когда они захватили Восточный Тимор, превратили его в 21-ю провинцию Индонезии. Что они сделали первым образом? Они собрали детей крупнейших племен, да, глав племен, отправили в Джакарту, в медресе, чтобы они в первую очередь, да, перешли в ислам. И таким образом идея была исламизации. Да? И вот тут произошло совершенно удивительное, да, что католичество стало важнейшей самоидентификацией жителей Восточного Тимора. Если он католик, то он восточно-тиморец. Если он перешел в ислам, то он становится сторонником Индонезии, сторонником вот этой вот оккупации. И поэтому самое парадоксальное, мы не будем, так сказать, говорить всякие подробности того, как там происходило, когда уходили индонезийцы в 98-м году, 99% населения Восточного Тимора заявляли, что они католики. Конечно. И 77% прекрасно говорили на португальском языке. Понимаете, вот интереснейший такой момент. Ну да, консолидирующая когда сила. Когда единственная консолидирующая сила вот этого маленькой этой территории Восточного Тимора, да, оказалась здесь религия, и оказался здесь именно соотношение себя не с исламским миром, а соотношение себя с португалоязычным миром, как тоже некой такой большой общностью. Это вообще очень интересная вещь для той же самой Малайзии, да, где малайцы в значительной степени усиление ислама происходит на фоне противостояния китайцам, где китайцы могут апеллировать к огромному китайскому культурному, политическому, экономическому пространству, а малайцы ищут опору в огромном исламском, культурном, экономическом и так далее пространстве. Это как бы находят в себе некие такие дополнительные опоры. Но еще один важный момент, если говорить о религии, надо сказать, что переход в христианство, да, тогда во всех этих странах это было крайне небезопасное занятие.
миссионеры – это люди, через которых можно установить контакты с европейскими купцами и получать, в первую очередь, что? Вооружение. Вот Владимир Александрович говорил о том, что европейцы шли на восток, уже обладая более современным оружием, чем то, которое было в армиях стран Востока. Поэтому многие правители, особенно те, которые вели войны или замышляли какие-то войны, стремились укрепить свои вооруженные силы и привлечь к себе европейских купцов и купить либо вообще европейцев как опытных солдат. Это идея наемничества очень интересная в этот период, так сказать, когда все искали португальцев в свою собственную армию. Это считалось хорошим тоном иметь какой-нибудь португальский отряд. Но главное было другое. Купить новые пушки, купить вот аркебузы, купить мушкеты, пистолеты, вот, сделать свою армию более современным и повысить ее шансы на достижение успеха в тех войнах, которые они там вели. Поэтому миссионерам и давали некую возможность для того, чтобы они вели свою религиозную пропаганду. Это была некая плата за укрепление, реальное укрепление вот своих вооруженных сил. Ну, а если взглянуть... И как только, я только договорю, как только, собственно, интерес пропадал, как только выяснялось, что либо нету такого количества оружия, либо оно не необходимо, и миссионеры сразу оказывались в вакууме, и их самым успешным образом изгоняли, так сказать, их арестовывали, их убивали и так далее и тому подобное. То есть все это, так сказать, их пропаганда в значительной степени была в узком очень коридоре возможностей, причем крайне короткое время. Крайне короткое время. Как только в этих странах появилось ощущение, что реально формируется некая другая социокультурная общность, немедленно и правящая элита, и правящий класс немедленно принял самые решительные меры для того, чтобы эту общность, которая вот появилась в результате определенной католической пропаганды, миссионерской деятельности, эту общность немедленно элиминировать. Причем в Японии, как вы знаете, это удалось. Да, ну там жестко все. Крайне жестко. Это же пытались сделать и во Вьетнаме. Там, например, католические поселения, их отправляли в малярийные леса, людей клеймили. Более того, там вот эти миссионеры, которые продолжали ездить во Вьетнам даже после, так сказать, того, как их оттуда изгнали, страну закрыли и так далее, под видом купцов, главным образом, они там были. Их ловили, их искали, их сажали в тюрьмы, их убивали. И вот здесь надо сказать, что опять-таки мы возвращаемся к вот этому самому главному, мне кажется, вопросу, вот этого вот европейского движения на восток, что были, конечно, вопросы экономические, вопросы религиозные, но очень важный момент – это был вопрос пассионарный. Вот если брать вот эту всю историю, то мы увидим, что европейцы на фоне даже вот тех людей, которые там жили, чрезвычайно толковых правителей, умных визирей, деловых купцов, воинов великих и так далее, они все равно отличались совершенно какой-то феноменальной энергией. То есть они были, вот скажем так, они были такие же, плюс еще что-то, что их вело. Часто говорят, вот религия, либо жажда наживы, но люди обуреваемые огромной энергией. И вот эта энергия как раз и придала вот этому европейскому движению вот такую мощь и такое огромное влияние. Букерке взял Малакку, у него было 600 человек. Он осадил с моря ее. Он ее осадил с моря. Правда, он высадил отряд, вспомогательный отряд он высадил на суше. Там были пригороды. У Малакки были пригороды, где жило купеческое население. Но воспользовался он следующим. Малакка переживала такой период печальный. Султан был непопулярен. Султан рассорился с семьей, ну, назовем их визирями. Бендахары они назывались в малайском мире.
тому же ему понравилась дочь Бендахары, которую тот выдал замуж совсем за другого человека. В результате этот самый Бендахара, Тун-Мутахир, который держал султанат, так сказать, в своих руках, был казнен. Фатиму забрали в султанский гарем, и он оттолкнул от себя мусульманское купечество, связанное вот с этим правящим домом. И в решающий момент, хотя Альбукерке штурмовал Малакку два раза, первый штурм не удался, только второй штурм удался, причем мост там шел, мост там была, там река Малакка, которая прикрывала доступы, там был мост. Малайцы, кому пришла в голову такая замечательная мысль, они на этот мост поставили слонов, считая, что они защитят город. Разъяренные слоны, в которых стреляли, повернули назад и, естественно, смяли тех, кто стоял слонами, за ними. И португальцы ворвались в город. И вот здесь надо сказать, португальцы вырезали все население. Альбукерке дал распоряжение. Ты насчет пассионарности говоришь. Это была та еще пассионарность. Значит, Альбукерке отдал распоряжение. В течение 3 дней ни один мусульманин не имеет права показываться на улице без страха быть убитым. И они действительно, они пощадили индийское купечество и купечество, так сказать, сопредельных территорий, бирманских и прочих, но вырезали всех мусульман без различия пола и возраста. После чего Альбукерке расправился со своими союзниками, обвинив их в заговоре, и велел сравнять Малакку с землей, ну, там дерево было, конечно, и стали срочно строить португальский город, который сейчас и существует. Португальцы ничего не могли привезти из того, что имело сбыт на восточном рынке. Им торговать было, кроме оружия, по сути дела, нечем. А оружие они продавали неохотно. Это потом, когда появились португальские наемники. И поэтому они занялись даже не столько грабежом, а межазиатской торговлей. Они ездили от Индии до Японии. И покупали товары, сбывали. В Японии было дешевое серебро. Они дешевым серебром расплачивались за шелк и чай в Китае. Везли в Малакку, покупали пряности. Индийские ткани они везли тоже в Малакку, а затем дальше в Китай. И, в общем, с не очень большими деньгами, надо сказать, возвращались домой, потому что серебряных рудников, как у испанцев в Америке, у них не было. И поэтому разорились они довольно быстро. Королевская власть, потом это же была такая феодальная колониальная система с жесткой королевской властью. И королевская власть со скудной казной эти дорогостоящие предприятия поддерживать в течение долгого времени не могло. А вот эти вот все истории с пряностями, с шелком, они не приносили в Европе доход? Они приносили при условии, если корабль доходил благополучно. Да, но там было еще одно обстоятельство.
Я говорил, что Португалия вошла в состав Испании. Да. Испания претендовала тогда на мировое господство. Ни мало, ни много. На европейское, во всяком случае. И Испания ввязывалась во все европейские войны. И португальцы вместе с ними. И в результате все богатства Испании и Португалии уплыли предприимчивым негациантам Фландрии, Брабанта, Голландии, а Португалия как осталась бедной страной, к тому же обезлюженной страной. Если говорить о португальцах, вот то, что даже они там остались, они фактически встраивались в ту систему отношений, которая существовала в Юго-Восточной Азии. Да. Они при всем том, так сказать, как мы говорим, вот несли новое, да, но с другой стороны, когда, вот как Владимир Александрович сказал, они оказались на какой-то короткий период времени предоставлены сами себе в этом регионе, они стали встраиваться в реально существовавшую феодальную, скажем так, систему, которая существовала. Они стали встраиваться и в роли военных вождей, в роли, так сказать, наемных солдат. Некоторые встраивались в роли помощников при государе, да, но систему эту поменять они никак не могли. Вот что в отличие, скажем, от того, когда там стали появляться уже голландцы, стали появляться англичане, они уже в значительной степени несли другие отношения, и экономические отношения, и другие межличностные отношения. То есть Владимир Александрович правильно сказал, для португальцев идея, тут не была проблема, там, китаец, японец, вот он христианин, католик, не католик, вот это был критерий. Здесь же, когда началась голландская, а потом английская экспансия, это было уже совершенно другое отношение. Белые цены. Это уже и отношения экономические, в первую очередь, там начинается политика уже создания не просто контроля над торговлей, а создания плантационного хозяйства, закрепление довольно значительных регионов, постепенное продвижение. Причем здесь, например, вот культурный фактор и религиозный фактор стал играть уже меньшее значение. Ну, во-первых, они были протестанты, голландцы. Вот. Да, а что тоже. Касается, сейчас я только это говорю. Самое парадоксальное, что первые плантации создали португальцы. Но воспользоваться они не сумели. Не сумели. Плохие хозяева были. Вот. А что, возвращаясь, опять-таки, если мы говорим об этом периоде, надо сказать, что огромная все-таки вот эта христианизация оказала огромное влияние даже и на современные народы Юго-Восточной Азии. То есть это не был вот период, который как бы канул в лету, да, так сказать, португальский. Вот, в частности, например, тот же самый Вьетнам. Вот Александр де Рот, очень известный человек, француз, правда, который долгое время добирался до Вьетнама, ведь, возвращаясь опять-таки к миссионерам, это люди были двух типов. Были миссионеры, вот часто португальцев в значительной степени, Владимир Александрович правильно говорит, а это были такие люди простые, которые, ну, собирали людей где-то, да, там были какие-то их местные башки, они, не зная ни местного языка, ни местных обрядов, обычаев и так далее, устанавливали крест, потом брали палку, разбивали какие-то местные башки и таким образом пытались как бы привлечь, так сказать, местное население в католическую веру. Но был, и это был довольно небольшой, конечно, слой иезуитов, в первую очередь, конечно, которые изучали местные языки, которые становились знатоками местных обрядов, обычаев, которые переводили Библию, да, так сказать, на национальные языки. Иезуиты, члены католического ордена Общества Иисуса, находились в прямом подчинении Папы Римского. Орден был основан в 1534 году в Париже испанским дворянином, принявшим сан, Игнатием Лойолой. Утвержден папой Павлом III в 1540 году и наделен особыми привилегиями. Орден иезуитов стал одной из главных движущих сил контрреформации, боровшейся с распространением и влиянием протестантизма в Европе. Португальцы, чтобы закончить о них, которые из Сириама были уведены, их бирманские короли поселили в окрестностях столицы. Их звали в Юго-Восточной Азии фиринджи.
Франки. Искаженные, конечно, франки. Хотя португальцев называли фиринжи. И они составили артиллерийский корпус бирманских королей. И были в таковом качестве вплоть до XIX века. Так вот, потомки этих фиринжи, так, ну, видимо, смешавшиеся с местным населением, естественно. Но они так сохранялись, как отдельная... Каста. Да, этническая, так даже трудно сказать. Профессиональная группа. И привилегированная, несомненно. Ну, солдат, в общем. И в Камбодже так это было. Они сохранялись, вот особенно в Бирме. Так что вот такая вот судьба постигло потомков последних конкистадоров. Да, и что интересно, потом многие роды, многие богатые семейства в наших странах всегда старались найти в своей генеалогии какого-нибудь португальца. В Малаке. Да, это считалось и считается сейчас как... Знак качества и благородного происхождения. Вот очень интересно, как бы завершая вот, так сказать, наш, собственно, разговор. Да, португальцы были жестоки, да, они были ужасны в некоторых ситуациях, да. Но вот как это ни парадоксально, вот история настолько идет извилистыми и подчас не очень понятными путями, что те люди, казалось бы, которых они завоевывали, и против которых они воевали и так далее, теперь в... считается очень популярно, очень престижно обязательно найти какого-нибудь португальского предка, какого-нибудь конкистадора, наемника, кого-нибудь. Но это считается признаком хорошего тона. Вы знаете, где похоронен Васко да Гама? Не знаете? Подождите, Васко да Гама умер в Гоа. Да. Но это похоронен не в Гоа. Совершенно. Похоронен он в еврейском городе на побережье Индийского океана, который существует по сей день. Основали его евреи, которые бежали из Испании и Португалии от инквизиции и прочих неприятностей, угу. И основывали там небольшие города. Вот этот город стоит по сей день, и там находится могила Васко да Гама. Да. Вот меня что интересует во всей этой истории? То есть, это было не единственное поселение, то есть, вот они бежали... Это отдельная история. Да. Это... Так сказать, конечно, так сказать, еврейское присутствие, да, в той или ином степени. Но они выжили и сохранились по сей день, да. И, потому что они были неконфликтны. И индусы ничего... Нет, индусы неконфликтны вообще. Да. И евреи, соответственно, прекрасно ужились там 400 или сколько лет, вот, бок о бок. Ну, это вообще же интереснейший, так сказать, до сих пор уже ходит самая огромная масса информации и как бы слухов, домыслов, концепций, там, я не знаю, гипотез о происхождении того же Колумба. Да, так сказать, полагают, что он все-таки был из богатой, так сказать, еврейской семьи. Да. Понимаете, вот эта вот идея, сколько среди вот этих конкистадоров, ну там про Кабрала, например, Белус. Тоже. Это логично. Так сказать, разные, так сказать, версии существуют, понимаете? Нет, но тут люди плыли целенаправленно, как в Америку селиться. Точно так же. Это не один, не два, они собирались. Нет, а потом вы среди испанцев и португальцев, когда туда пришли арабы, вместе с арабами пришла масса евреев. Поэтому там, безусловно... Плоду Торквемады, фактически. Считается, конечно, что великий инквизитор, он был еврейского происхождения. И поэтому, так сказать... Поэтому так свирепствовал. Ну, вполне возможно, что и так. Ну да, быть священнее папы, что называется. Вы знаете, меня вот один вопрос занимает. Время наше уже подходит к концу, но он как бы неизбежен. Берем Африку, Мозамбик,
Ангола. Зацепились и продержались очень долго. Острова Зеленого мыса. Острова Зеленого мыса. В Латинской Америке, естественно. Бразилия. Бразилия уж куда это больше. Материк. По сути. И ничего, и держались. Держались. И очень долго. Ну, знаете, я думаю, что вот в чем. Все-таки Ангола, Мозамбик. А в Азии португальцы попали, как бы сказать, в цивилизованную культурную среду, в сложившиеся структуры, в сложившееся государство, которое в конечном счете сумело их отторгнуть. Потому что англичане и голландцы завоевали. Скажем, англичане завоевали Индию. Ну, у англичан очень простой принцип ведения колониальных действий, сформулированный в одной фразе Черчиллем. Колонии можно удержать либо штыками, либо деньгами. Либо деньгами. Голландцы завоевали Индонезию. Там хотели, не хотели. Мозамбик и Ангола – разрозненные племена, ну, да, которые друг друга-то не понимали. Да и по сей день не понимаю. И понимаете, в Азии на них, конечно, еще и давление было совершенно другое. Другое. Понимаете? Другое. Они не успели там вот только, реально они там, ну, где-то 80-90 лет. А дальше уже там появились голландцы. Англичане, французы. Появились англичане, французы. И это были уже просто несравнимые. Причем несравнимые не только с точки зрения технической, но и с точки зрения организации. Это уже были целенаправленные Ост-Индские компании. Поддержки государства. Поддержка государств. Конечно, это уже началось... Были совершенно другая. И причем я повторяю, что вот та экспансия, которая началась уже после португальцев, вот ее уже можно называть, в принципе, она привносила уже другие отношения. Она была капиталистическая. Да, экспансия. Это уже было и другое, в общем, отношение и к людям, и так далее. А португальцы же, вот как правильно сказал Владимир Александрович, их либо отторгали, либо они встраивались в те структуры, которые были. А потом смотрите, Макао там причем. Вот португальская колония. Макао, да из милости китайские императоры разрешили португальцам торговать в Макао. Да, вот португальцам они разрешили, а англичанам, например, не разрешили. Никакого захвата Макао не было. Разрешить не разрешили, а Гонконг-то у них англичане оттяпали. Оттяпали. Но первый раз англичане присмотрели Гонконг еще в 1793 году. Было английское посольство, которое возглавлял британский лорд, будущий посол, который будет в Британии, в Петербурге. Да. Причем, когда он шел по Великому каналу, там было написано на этом корабле, что данник императора из английской страны, так сказать, иначе его воспринять не могли. И когда он прибыл к китайскому императору и сказал, что вот мы готовы, давайте торговать. И, кстати, мы присмотрели не один островок, давайте мы там, так сказать, вы нам дадите как в качестве порта, фактории и так далее, то китайский император ему сказал, что, в принципе, нам неинтересно с вами торговать, у нас все есть, нам ничего от вас не надо, и вам ничего не надо. И более того, он с этим лордом Макалеем, да, отправил специальное письмо королю Георгу, где написал ему в китайском стиле, чтобы он хорошо относился к своим подданным, чтобы он не нарушал их права и так далее, и отправил англичан в освояси. Вот, собственно, первая попытка англичан присмотреть себе Сенган, вот этот остров, да, она закончилась ничем. Другое дело, что они положили на это глаз и в присущем стиле дальше, конечно, так сказать, продолжали продвигать вот эту идею. Но в тот момент китайцы им этого не дали. Португальцы могли только просить. К сожалению, на этом нам надо завершать нашу сегодняшнюю беседу. Португальцы, так сказать, абсорбировались в окружающей среде. Время великих походов и захватов закончилось. Ну а с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наши путешествия вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.